Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего торжественного праздничного мероприятия. К сожалению, Алексей Владимирович Островский по уважительным причинам объективным не смог принять участие, хотя планировалось его участие. Поэтому по его поручению я озвучу слова обращения губернатора участников сегодняшнего митинга. Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, вооруженных сил, товарищи военнослужащие, дорогие смоляне, сегодня в этом святом для всех смолян месте мы отдаем дань уважения и памяти тем, кто верен своей присяге и воинскому долгу, тем, кто пал на полях сражений, отстаивая честь и независимость нашей страны. Любой россиянин, находится ли он на боевом посту или занимается мирным делом, прежде всего защитник своей Родины. И каждый своим трудом вносит вклад в приумножение богатства и славы Великой России. Отрадно, что в последние годы растет престиж военной службы. Профессия военного вновь становится уважаемой и почетной. Все больше молодых людей избирают ее делом в своей жизни. Армия и флот для России – это святые вещи. Сегодня, благодаря президенту Владимиру Владимировичу Путину, наши вооруженные силы являются надежным гарантом безопасности и обороноспособности Российской Федерации. Успешно ведут непримиримую борьбу с международным терроризмом. А это значит, что суверенитет и национальные интересы Родины надежно защищены.